В дежурную часть управления МВД России по городу Владивостоку поступило заявление 34-летней местной жительницы. Женщина сообщила о том, что в районе улицы Ильичева с ее автомобилем марки Lexus неизвестный украл полотна боковых зеркал. Позже в полицию с аналогичным заявлением обратился еще один житель Владивостока. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска управления МВД России по городу Владивостоку установили личность и задержали подозреваемого, 43-летнего, ранее судимого местного жителя. Установлено, что злоумышленник разукомплектовывал автомашины, снимал с них полотна зеркал. Похищенные детали сбывал на автомобильных рынках по заниженной цене. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Ущерб составил около 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.